деталях дерзкого ограбления сейчас разбираются сотрудники голландского зоопарка. Там однополая пара пингвинов-самцов украла у другой однополой пары пингвинов, уже самок, яйцо. Это заметил смотритель зоопарка. Сейчас самцы по очереди высиживают украденное яйцо, однако ни один из них не догадывается, что оно пустое и никакого потомства не будет. Однополые пары среди этих птиц не редкость. Во многих зоопарках мира им даже помогают обзавестись потомством. Но случаев кражи еще не фиксировали, хотя ученым и хорошо известна скверная натура пингвинов.